Ну що, тут все видно. Я пока что тут вижу контакт. Ну все, я принял решение меняться. Человек принимает решение меняться. Это завет с Богом, через который он говорит, что я тебе в этом помогу. Ты только начни... Радуга? Да. Ты начинаешь в этом направлении действовать, я тебе помогу. Аминь. Все. А кресты вокруг? А кресты вокруг? Ну, кресты вокруг – это кладбище погибших товарищей, которые не приняли этого всего и умерли. У меня много таких знакомых, которые уже ушли. Легко повторять их. Вот, видишь, как важно, чтобы ты объяснил. Потому что вот так вот посмотришь на рисунок и думаешь, что ты просто пейзаж рисовал с окна дома. Ну, это тоже. Хорошо.